Всем привет! Сегодня хочу снять маленький ролик, показать вам обзор на два точильных камня Шептон 2000 и Шептон 8000, которые я вот согласно градации Шептона, вот идут бритвы, и вот они 2, 8 и 30 тысяч. То есть я взял для начала 2 и 8 тысяч. Значит, точил я на этих камнях бритвы Стис и бритву завода Труд. Вот что я могу сказать. Если точить, сначала я точил без суспензии. Вот это лучше, чем King 1200. Значит, мягче он идет. Что мне не понравилось, он делает, например, шире, если мы привыкли кромку в ниточку, он ее расширяет. Поэтому вот я первые свои проточки делал по 100 проходов. Уже второй раз, когда я точил суспензией, и хватает 50 проходов. Вот. Потом все это заканчивал на Шептон 8000. И хватает, чтобы вытянуть бритву до состояния, когда после двух камней можно отправлять на стропу и на кожу. Действительно хватает. Так что 30-тысячный, если еще брать, вот эта точечка, я думаю, это счастливые люди, у которых бритва полностью заточенная, и вот хочется им буквально перед бритьем выгладить. Очень даже неплохо. Я почему-то даже не ожидал, что так они нормально точат. Возможно, чтобы сделать кромку в ниточку, после все-таки стоит после 2000-й камня купить 5000-й, чтобы не так сильно снимался металл. Вот я вот такой вот свои бритвы вот так вот держу в этом прорасовском ящике. Вот так они даже очень неплохо располагаются. Вот у меня 6-7 моих любимых бритв. Вот они заточенные. Вот я думаю, неплохо бы было действительно взять этот или на него, наверное, 12 тысяч или 30-тысячный Шептон. Вот. Но не точить же их каждый раз с нуля. В общем, камни неплохие. Можно рекомендовать. Все, что здесь написано, правда. Покупайте, приобретайте Шептон. Всех благ, пока.